Здравствуйте, товарищи. Тема сегодняшней лекции – политика. Политика. Политика – более сложное понятие, чем те, которые мы изучали. Для того, чтобы определить политику, надо знать, что такое классы. Надо знать, что такое государство. И хотя люди, когда говорят о политике, обычно, так сказать, имеют в виду участие в выборах или продвижение в депутаты в какой-нибудь орган муниципальный или орган, законодательный орган субъекта федерации, или в Думу, или в чиновничий аппарат, в какую-то сферу государственного управления. Но это, так сказать, представление. Мы сейчас говорим с вами не о представлении, а о философском понятии политики. Политика, это можно написать, есть классовая борьба. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Но раз это классовая борьба, то она может быть рассмотрена только двояко. И с той стороны, со стороны одного класса, и со стороны другого. Один класс держит в руках государственную власть и является поэтому, его называют политически господствующим классом. Вот тот класс, который держит в руках государственную власть, называется политически господствующим. Тот класс, у которого нет государственной власти, он, естественно, оказывается политически подавляемым, и его позиция – это позиция класса. Который характеризуется словом «оппозиция». Вот в буквальном, точном, глубоком смысле. Оппозиция или оппозиционный класс – это тот класс, который не имеет государственной власти и борется за то, чтобы эту власть получить. Но если вы возьмете поверхность политической жизни, то на поверхности иногда под оппозицией понимаются все те, которые не согласны с теми или иными решениями государственной власти. Они не согласны с теми или иными фигурами, которые находятся во власти, требуют их снятия. Например, вот сейчас несколько фракций, одновременно три фракции Думы выступили с требованием к президенту о снятии министра образования и науки Ливанова в связи с тем, что он лишает людей образования, нарушает гражданские права, конституцию, свободы. Масло в огонь он подлил своим выступлением против Академии наук, которая представляет собой стержень, который обеспечивает развитие не только науки и техники, но и образования в нашей стране, причем исторически сложившейся. И, безусловно, это исторический фактор, исторический момент надо учитывать. Но можно ли сказать, что это оппозиционное выступление? Вот был предыдущий министр Фурсенко. Его тоже критиковали. Он тоже занимался уничтожением нашего образования. Поменяли его на Ливанова. Лучше стало? Может быть, Ливанова могут поменять, если просто позиция состоит в том, что давайте вот это вот лицо пусть уйдет. Может прийти другое лицо. Или давайте будем себе представлять так, что, наверное, министр не осуществляет свои действия без согласия со всем правительством и с председателем правительства, правильно? А правительство в силу устройства государственной власти, вот у нас в России, поскольку у нас не парламентская республика, а государственная, президентская республика, то в силу такого устройства считать, что это вот это позиция просто министра, которого надо поменять, вряд ли следует.
Вот поэтому тот подход, который здесь необходим, подход более глубокий, с позиции того, какой тут, какова тут классовая позиция, то есть что тут можно рассматривать как оппозиционное действие. Если это действие направлено на то, чтобы у власти встал другой класс, да, это тогда оппозиционное действие. Если это действие направлено на смену лиц, то это, в общем, никаким оппозиционным действием по существу не является. Поэтому существует довольно расхожая поговорка о том, что есть оппозиция его величеству и оппозиция его величества. То есть есть вот оппозиция его величества, то есть те люди, которые в чем-то и как-то критикуют действующую государственную власть, тот класс, который стоит у власти, но в общем они совершенно не собираются заменить этот класс на другой, прямо противоположный. Они собираются поменять лица, изменить некоторым образом действия, и поправить некоторые законы или ухудшить их, но они никакой действительной оппозицией не являются. А о оппозиции можно говорить только тогда, когда речь идет о том, чтобы сменить тот класс, который стоит у власти, на прямо противоположный. Ну, в современном обществе, даже если придет мелкая буржуазия к власти, вот класс мелкой буржуазии придет в лице своих политических партий, какое будет государство, какая будет экономика? Государство останется капиталистической, экономика останется капиталистической, государство останется буржуазным, поскольку мелкая буржуазия политически, по своим устремлениям, по своим политическим целям, она вполне совпадает с буржуазией. Всякий мелкий буржуа хочет стать буржуа. Он хочет стать настоящим хозяином, логика его производства на рынок толкает его к тому, к укрупнению. Ну а скажем, если партия какая-либо поддерживает, вот это движение мелкого буржуа к превращению в буржуа, может ли она считаться оппозиционной? Вот КПРФ выступает, и вы, наверное, видели в выступлениях Зюганова, что надо поддерживать мелкий и средний бизнес. Ну так вы поддерживаете средний бизнес, чтобы он стал не средний, чтобы он стал обычным капиталистическим классом. И, следовательно, никакой оппозиционности в данном случае эта партия не проявляет по существу. Поэтому, так сказать, клон этой партии, которая у нас была у власти в Молдавии, коммунисты Молдовы, находились там несколько лет. И что? Какой там оказался строй? Как был капитализм, так он и остался капитализмом. Правильно? И представители КПРФ не считали необходимым, так сказать, их поздравить с тем, что они изменили характер власти. Потому что характер власти не поменялся. Как была власть буржуазная, так и осталась буржуазной. Теперь ушел товарищ Воронин, теперь другие там руководят. Напрямую буржуазные партии, как был буржуазный строй, он и остался. Конечно, какие-то черты этого строя изменились. Коммунисты Молдовы провели некоторые положительные решения в пользу трудящихся, но это не поменяло природы данного общественно-экономического строя. В связи с этим, значит, надо еще раз вернуться к определению политики, что это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика по-разному представляется для класса господствующего и для класса оппозиционного. Для господствующего класса этап завоевания пройден, первый, он находится при власти. Иногда говорят «партия власти». Это неправильная формулировка. Партия власти может означать только, ну, так сказать, собрание чиновников, которые перебегают как кочевые какие-то племена, кочевые чиновничьи племена из одной партии в другую. Если она вот придет, другая партия к власти, там, то мы туда побежим, если этот, то мы сюда побежим и так далее. Строгое название будет «партия, стоящая у власти» или «партия, осуществляющая или правящая партия», так можно сказать. Государстве. На сегодняшний день правящей партией в России является Единая Россия, политическая партия Единая Россия.
которая по своей классовой природе, конечно, является буржуазной партией. Кто является лидером на сегодняшний день? Медведев. Раньше конструкция была совсем сложная, доселе невиданная в политической практике. Вот Владимир Владимирович был лидером партии «Единая Россия», но не был ее членом. То есть он как бы так вот далеко вперед забежал, что вся партия, сколько за ним не бежала, за лидером, не могла его догнать. Если бы она догнала, она бы включила его в свои ряды. Но поскольку он очень далеко впереди бежал, то, так сказать, так и получилось. Ну и вот, наконец, партия догнала Медведева, Медведев вступил в партию и тут же стал ее лидером. Довольно любопытное преобразование мы наблюдаем, которые не должны нас сбивать вот с точной позиции, что когда мы говорим о политике, то надо говорить не больше не о лицах, а о классах. То есть вот правящий класс, он первый этап прошел, этап завоевания государственной власти. Этот этап длился довольно долго у нас. Класс буржуазии завоевывал себе власть с 1961 по 1991 год. И в итоге он эту власть получил. Теперь у него остается еще две задачи политической борьбы. Первое – это удержание этой государственной власти. И бывает, что для удержания своей государственной власти господствующий класс идет на всякие ухищрения, на всякие хитрости, иногда на нарушение законов. В этом смысле, вот, когда говорят, что политика – дело грязное, речь идет о такой политике, которую осуществляет правящий класс, который уже является классом реакционным, есть другой, прогрессивный, и вот реакционный класс во что бы то ни стало пытается удержать свое господство, при этом прибегает ко всякого рода подкупам, подтасовкам выборов и так далее. Что у нас очень часто случается. Но это не значит, что политика – дело грязное. Это, как всегда, как бывает, когда люди высказываются, они всегда берут только одну сторону и берут другой. С одной, со стороны реакционного класса политика – дело грязное, потому что он защищает отжившее, он защищает те тенденции, которые являются реакционными, а со стороны прогрессивного класса политика как раз не грязное дело, а самое, что и на есть светлое. Вот буржуазия, когда вела свою политическую борьбу за освобождение крестьян от феодальной зависимости, это грязная была политика или это светлая была политика? Это была светлая политика. Буржуазия, которая боролась с феодалами, которые во что бы то ни стало пытались удержать свое господство и удержать в узде крепостной зависимости крестьян. Это со стороны буржуазии грязная политика или светлая? Светлая политика. А со стороны феодалов? Вот, скажем, возьмите вы класс феодалов после 1861 года в России. Они уже не феодалы, строго говоря. То есть они не имеют крепостных крестьян. Крестьяне освобождены. Они в руках сохраняют просто землю. Являются землевладельцами, они являются паразитами. Паразитами социальными. То есть они никакой положительной роли уже не играют. Они увеличивают затраты буржуазии на производство товаров. Потому что если капиталист снимает, берет в аренду землю у помещиков, которые уже, собственно говоря, не помещики, то он должен платить арендную плату. И эта арендная плата увеличивает издержки производства. Поэтому национализация земли, которую потребовали крестьяне, является совсем не социалистическим требованием. И вот это надо понять. Национализация земли является важнейшим буржуазным требованием, которое что сразу производит? Она убирает тормозящий класс феодалов, которые превратились уже просто в класс землевладельцев, паразитов, которые не выполняют никакой положительной созидательной общественной функции, сдерживает развитие капитализма, она убирает эту меру его, и снижаются затраты. Поэтому Маркс писал, что национализация земли снижает издержки производства и поэтому способствует развитию капитализма. К сожалению, сегодня это многие не понимают, они думают, что вот если частная собственность на землю – это капитализм, а если государственная собственность на землю – то это
социализм. Во-первых, у нас государственная собственность на землю может быть только собственность государства буржуазии на сегодняшний день, правильно? Поэтому это тоже частная собственность, но общая собственность класса капиталистов. Общая собственность класса капиталистов прогрессивнее, чем собственность каждого отдельного капиталиста, который потом отдельно будет продавать ее иностранцам, эту землю. Или использовать его, так сказать, не для нужд развития там, сельского хозяйства, не для нужд рыболовства, рыбоводства и так далее, не для нужд лесоводства, а для, скажем, искоренения, так сказать, наших лесов и выжигания дотла, то, что здесь, на этой земле. Это вот со стороны господствующего класса, он должен удержать свою власть. Поэтому проблема этого удержания власти очень большая. Для этого нужно менять все время тактику. Для этого нужно создавать, допустим, новые политические партии с красивыми названиями. Беречь эти партии на всякий случай, скажем, если народ начнет отходить от одной партии, чтобы он пришел к другой, тоже буржуазной, от другой будет отходить к третьей. Но для этого нам надо еще ввести одно понятие. Если мы повели речь с вами о политике, надо ввести понятие политической партии. Что такое политическая партия? Политическая партия, очень часто говорят, это группа людей, которые имеют устав, программу и хочет захватить власть. Это поверхностное представление о политической партии. Если мы ставим вопрос о сути и деятельности этой партии, то мы должны ставить вопрос не о том, что она сама захватит власть, а в интересах какого класса она осуществляет эту власть. Кому выгодно то, что она делает? В чьих интересах она действует? Поэтому определение политической партии очень краткое. Политическая партия – это авангард класса. Авангард класса. В буквальном переводе слово «авангард» означает передовой отряд. Некоторые трактуют партию от филологически «пад», от слова «пад» – «часть» по-английски. Но надо сказать, что никогда не бывает, ни одной партии нет такой, в которой политическая партия составляла бы часть класса. Например, если вы возьмете буржуазные партии, у них есть идеологи. Эти идеологи – это представители интеллигенции, скажем, ученые, пропагандисты, там, организаторы и так далее. Если вы возьмете партию рабочего класса, если она будет состоять только из рабочих, там не будет именно тех людей, которые, научно выясняют экономические интересы этого класса, б, вносят в этот класс сознание его интересов, потому что класс сам осознать их не в состоянии, по условиям своей жизни. Третье. И организует борьбу этого класса за его интересы. Вот что делает политическая партия, которая является авангардом. А если какая-то группа людей не представляет собой авангарда, то есть не представляет собой такого передового отряда, за которым класс идет, она политической партией этого класса не является. Вот КПРФ является она партией рабочего класса с этой точки зрения? Нет, конечно. Что, рабочий класс идет за КПРФ? Не скажите. Да и КПРФ не очень-то идет к рабочему классу. Например, «Единая Россия» с целью обмана, так сказать, трудящихся в отношении своей политики, по крайней мере, нескольких человек рабочих вставила в списки и провела в Государственную Думу. Так? Или там, скажем, руководители «Единой России» посчитали необходимым обратиться к заводским коллективам за поддержкой. А что мы имеем в отношении, скажем, списка Компартии Российской Федерации? Вот там представители крупного капитала в списке есть. Чиновников сопоставленных представителей есть, рабочих нет. Но раньше были. Ну и, наконец, самая главная задача, которая стоит перед правящим классом, это осуществлять свои интересы с помощью государства. То есть
правящий класс, он старается убедить большинство населения в правильности своей политики, а политика у него состоит в том, чтобы осуществлять свои собственные интересы. В этом состоит политика правящего, осуществлять свои интересы, а не интересы того класса, который он эксплуатирует. Или в той мере соблюдать интересы того класса, который он эксплуатирует, чтобы можно было осуществлять свои интересы. Например, определенный уровень заработной платы, определенный уровень условий труда, определенный уровень там свобод демократических необходим, и без этого нельзя капиталистическим образом нанимать работников, рабочих, и нельзя капиталистическим образом их эксплуатировать, и нельзя иметь достаточно высокую прибавочную стоимость. Иногда нужно сокращать рабочий день для этого, удлинять отпуска, доплачивать за вредную работу, думать о том, как обеспечить пенсии, пособия и так далее, стипендии, потому что нужны люди, которые были бы обученными для того, чтобы современное производство осуществлять. То есть правящий класс не просто вот так примитивно отнимает просто все, что он может отнять. Нет, он должен отнимать с расчетом того, что если он эксплуатирует, если это овцы, которые надо стричь, так не надо так стричь, чтобы с мясом выстригали. Стричь надо так, чтобы потом еще можно было стричь, потом еще и так далее. В свое время такая проблема встала перед английской буржуазией, когда формировалось еще фабричное законодательство в Англии. Вот это очень такое достаточно полно и красочно описано Марксом в «Капитале». Но вот по характеру преподавания политэкономии, которое было у нас в советское время, а я знаю, поскольку и учился в то время, и преподавал политэкономию, хочу вам сказать, что, как правило, ограничивались, так сказать, всяких формул типа М на В, С плюс В и М. А вот что касается фабричного законодательства, оно на дом, как говорится, не задавалось, в литературу не включалось. И, так сказать, вот этого исторического богатства, понимания, в этом смысле не было у большинства. Тем более, что и студенты, мало кто читал «Капитал». Например, я спрашивал, я вел когда занятия на отделении экономической кибернетики на 4-м курсе. Здесь, на следующем этаже, на 3-м, здесь был экономический факультет. Вот я спрашивал, кто прочитал «Капитал»? Хотя бы один том. Один человек. Это, так сказать, специалисты. Это не какие-то люди, которые занимаются другим делом, а «Капитал» читают для общего развития. Нет, это специалисты. Вот специалисты, политэкономы это не знали. Поэтому, например, легко проходила у Хрущева такая вещь, как, значит, считать квадратные метры жилплощади. У Маркса только кубометры. Вот существенно, что здесь высокие потолки. Если нам нужно будет здесь полтора часа, особенно после работы, для вечерних занятий. Существенно, что здесь высокие потолки. И даже по-другому идет обмен. Воздух, он поднимается, перемешивается. А не так вот он несется из окна в дверь, простужая людей. Не случайно в народе говорят, что не успел сделать Никита Сергеевич Хрущев. Он не успел соединить раковину с унитазом и потолок с полом. Но движение к этому было явное. Так вот, когда речь шла о фабричном законодательстве в Англии, английский буржуазный класс вдруг осознал, что дело идет к вырождению рабочего класса, и скоро погибнет источник прибавочной стоимости. Почему? Потому что работать преимущественно стали дети, а взрослые безработица была колоссальной. Значит, детям платили гроши, поэтому вот как сейчас у нас любят приглашать гастарбайтеров, чтобы платить им гораздо меньше за большую работу, так охотно брали детей и не брали родителей этих детей на работу, капиталисты. Поэтому, скажем, из горячей печи кирпичи вытаскивали дети 5-6 лет. Когда у нас составлялся новый трудовой кодекс, у нас был один из проектов о том, что дети до 8 лет должны работать 120, не более чем 180 часов в год. Это проект члена партии «Яблоко» Голова Анатолия.
Так что и вот такой рецидив у нас был, он не прошел, к счастью. Но такие попытки... Снова ввести детский труд, который чреват вырождением вообще населения, они предпринимались. И вот как английский буржуазный класс эту проблему решил? Тогда еще никакой борьбы, забастовочной борьбы со стороны рабочего класса Англии не было. Профсоюзное движение было очень слабым. Поэтому класс как бы сам решал, как ему быть с фабричным законодательством. Ни во взаимодействии, ни в борьбе с профсоюзами, ни с учетом требований бастующих и так далее. Значит, буржуазный класс сначала запретил без согласия родителей привлекать детей на работу. Это ничего не поменяло. Родители перед лицом того, что есть нечего семье, давали согласие. Тогда ввели закон против родителей, что те родители, которые дают согласие, наказываются государством. И тогда этот процесс прекратился. И с того времени вот такого явления, как работа малых детей во вредных производствах в Англии, уже не было. Но если говорить о современном капитализме, вот не далее как вчера на конференции выступал депутат законодательного собрания нашего, Воронцов Алексей Васильевич, и рассказывал, что у нас просто ежемесячно пропадают дети, а 1500 детей, отправленных в Италию, разобраны на органы. Так что вот такого не было еще во времена фабричного законодательства, разработки фабричного законодательства в Англии. То есть стремление к наживе принимает самые дикие в этом смысле формы. И это, так сказать, связано с самим устройством этого общества. Сейчас самое главное – получить деньги. Скажем, борьба с наркотиками. Почему так плохо идет? Кто наступает? Это наркодельцы наступают на государство? Или государство на наркодельцов? Количество, охват, так сказать, наркотиками населения увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Идет наступление со стороны представителей наркодельцов. И Россия является, с одной стороны, крупным потребителем наркотиков, с другой стороны, перевалочным пунктом. Тоннами изымаются наркотики, а следовательно, тоннами не изымаются. Но наркотики с точки зрения вот быстроты накопления капитала, но является самым эффективным средством. На втором месте, наверное, стоят лекарства. Поэтому посмотрите, везде стоят аптеки. Прямо так вот все озаботились нашим здоровьем, чтобы вы шаг лишний не шагнули и попали сразу в аптеку. И там, значит, бабушки и старушки объясняют, что за 1500 она купит себе таблеточки и как раз ей сразу и полегчает. Учитывая, что у некоторых пенсии 4, 5, 6 тысяч и так далее. А за квартиру тарифы постоянно увеличиваются, причем это в полном противоречии осуществляется с действительным движением затрат труда. То есть затраты труда с ростом производительности труда уменьшаются, а тарифы растут. И капиталисты получают прибыль все возрастающая, и сверхприбыль за счет того, что тарифы искусственно повышается, что вынуждено было признать руководство государства. И я вроде бы как бы ведется борьба с этим делом, но действительной борьбы тут не может получиться, если, так сказать, не вести линию на снижение цен и тарифов, то есть не вести ту линию, которая вытекает из снижения трудовых затрат. Значит, поэтому задача, которая стоит перед правящим классом в осуществлении своей политики, она довольно сложная. Он должен сохранить тот класс, который он эксплуатирует, допустить известное его развитие, но не до такой степени, чтобы этот класс развился так, чтобы осуществил свои коренные интересы и пришел к власти. Поэтому, так сказать, перед правящим классом такая очень сложная задача. С одной стороны, он должен находиться в единстве с эксплуатируемым классом, так сказать, он должен рассматривать и выдавать себя и его за партнеров,
социальных, что вот мы, у нас социальное партнерство, что мы как бы дружим. А дружба у нас такая, что вы работаете, а я ваши, часть вашего труда забираю. А для того, чтобы это не было так уж прямо не бросалось в глаза, как это бросалось в глаза при феодализме, когда вы работаете на барщине, значит, это понятно, что вы работаете на кого? На помещика. А когда вы работаете у себя на хозяйстве, вы работаете на свою семью. А сейчас как вы все время на свою семью работаете? Только из ваших 8 часов, 1,5 часа вы работаете на себя, как подсчитано экономистами, а остальное вы работаете не на себя, а на тех или иных капиталистов, или коллективных, или частных, которые у вас это все забирают. Но поскольку одним лишь убеждением это трудно сделать, вот я трудно убедить, даже, так сказать, при хорошем красноречии, что вы должны вот сейчас взять и вынуть, и сюда принести, так сказать, живые деньги. Ну, деньги это видно, что их приносят, а вот труд его не видно, поэтому все кричат в политике против жуликов, воров. А жулики и воры-то, они не такие страшные, как эксплуататоры. Что такое жулик? Он один раз вас обманул, два обманул, три. Это в разовом порядке они обманывают людей и забирают их средства. Воры. Они, во-первых, прячутся, они, значит, где-то пытаются так незаметно у вас что-то забрать. Ну, грабители уж, по крайней мере, те в явную забирают. Прямо так и говорят. Так, идет ограбление сейчас, пожалуйста, все. Ложитесь, пожалуйста, на пол, руки за голову. Ограбление, можно не двигаться. Это грабители. А воры, воры, они, так сказать, вот вы садитесь в троллейбус и видите, что-то там никак, вот не сесть, вы держитесь, а там все, так сказать, набивается, потом вы выходите, а у вас уже ничего нет тут в кармане. Это вор. Ну, это разовые еще мероприятия. А что такое эксплуатация? Это каждый день вы по закону отдаете часть своего труда тем, кто не работает. Это и есть систематическая эксплуатация. Поэтому те люди, которые кричат про жуликов и воров, а вот с этой программой шла партия «Справедливая Россия» – это еще одна партия эксплуататоров, буржуазная партия, но другое издание. Не нравится вам «Единая Россия»? Вот вам «Справедливая». Если вам «Справедливая» не нравится, пожалуйста, ЛДПР. Вон, товарищ Жириновский. Будете так на меня смотреть? Я налью воду в стакан. Просто так, как Жириновский. Какая ответственность у меня за то, что я из стакана воду нас вылил? Никакой. А эффект будет большой. А? А я подойду. И так вас сверху, так тихо. Принесите стакан, я покажу. То есть есть такие вещи, которые политики знают, они очень эффектны для телевизора. А на самом деле, вы скажете, ну спасибо, а то мне так жарко было. Если вы хороший политик, вы не скажете, не начнете это бесноваться, кричать, что о, как вам не стыдно, вы... Вы же преподаватель, как вы относитесь к студенту, сказать, ну спасибо, Михаил Васильевич. А то я же думаю, ну хоть умирай, и тут вы со своим стаканом, ну спасибо. И все. И кто выиграет тогда в этой политической борьбе? Да, вы выиграете, а если вы начнете кричать, то я выиграл. Поскольку это политическая такая вот борьба на публику. Но, как бы вы ни убеждали, какие бы приемчики вы ни применяли, как говорится, всех обманывать все время не удается. Правильно? Можно долго обманывать. И многих, но всех и все время, и всегда не удается. Поэтому приходится иногда, раз вы не так вот не послушали меня, ну тогда вот я вспомню, что университет у нас какой? Государственный. Все, вот так. Не будете отвечать как следует, получите плохую оценку. Придется вам покинуть университет наш. Вот так. И все. То есть применяется сила. И эта сила незримо присутствует. Вот вы думаете, вот так вот пришли, вот полюбили меня и сюда пришли. Я, конечно, был польщен этим, вот товарищ разлюбил меня и уходит. Но он придет все равно на экзамен. То есть, какая сила нас здесь собрала? Я-то не могу сюда не прийти. Что значит я не прийти? Есть государственное принуждение, я обязан прийти как преподаватель. Меня уволят. А вы сюда тоже не можете не прийти. Ну, вы раз можете не прийти, но это все зачтется, как говорится, или проявится во время экзаменов и так далее. Поэтому это тоже надо видеть. То есть задача вообще осуществления государственной власти, это вовсе не значит, что надо везде показывать там, сказать, дубинки или там, сказать, танки и прочее. Но они как бы витают. Вы знаете, что у нас есть внутренние войска? Если уж вы взбунтуетесь против них, как вам поставить двойки, ну тогда вот смотрите. Есть у нас и спецназ, и ОМОН,
И чего только нет. Все есть. Есть специальная служба исполнения наказания, есть судебные приставы, есть суды, все по суду, в суд вас отведут и так далее. Вас не арестуют сначала, а задержат. Ну, задержат. Немножко вы быстро бежали, а так вы немножко задержитесь на 4 часа для выяснения личности и так далее. И прочее, и прочее, и прочее. То есть задача осуществления государственной власти достаточно сложная, и она требует искусства, поэтому политика – это еще и искусство. Причем это искусство не только для того, кто хочет эту власть получить для своего класса, а кто эту власть имеет. Еще и удержать надо ее, и осуществлять ее должным образом. Где ее и как использовать, эту государственную власть, умело эту силу использовать. И поэтому, скажем, для буржуазии вот Вторая мировая война была очень большим уроком. Урок состоял в том, что попытка напрямую, без выборов, без голосования, без политических партий, напрямую, в открытую осуществлять террористическую диктатуру буржуазного класса, то есть проводить фашистскую политику, и эта попытка провалилась и показала себя неэффективной формой классовой борьбы и неэффективной формой политики со стороны правящего буржуазного класса. Именно этим объясняется, почему в войне против фашизма выступили правящие круги Соединенных Штатов Америки, правящие круги Англии, то есть крупнейших империалистических государств. Что же касается государство рабочего класса или рабочего класса вместе с его политическими представителями, то он, естественно, выступил против фашизма, потому что он вообще против буржуазии, буржуазного класса в любой форме, тем более в той форме, которая является открытой террористической диктатурой наиболее реакционных кругов финансового капитала. А финансовый капитал – это не банковский. Финансовый – это банковский, который сросся с промышленным капиталом и хочет напрямую решать все вопросы без всяких законодательных установлений, без всяких выборов, голосований и так далее. Поэтому, скажем, с точки зрения советской власти и с точки зрения там рабочего класса, конечно, буржуазный парламентаризм есть более отсталый инструмент, чем государственная власть в форме советов. Но с точки зрения того же самого рабочего класса, парламентаризм уже буржуазный намного выше и приемлемее в условиях капитализма для рабочего класса, чем фашизм. И вот на этой почве и соединились интересы, с одной стороны, крупных империалистических государств Англии, Соединенных Штатов Америки, и советского государства, в котором была не диктатура буржуазии, а диктатура пролетариата. Вот этим объясняется совместная борьба с фашизмом. И Нюрнбергский процесс – это был процесс над фашизмом как таковым. Не над конкретной формой фашизма, а над фашизмом как таковым. Поэтому можно сказать, что поскольку этот опыт проделала уже буржуазия, она поняла, что ей хуже осуществлять свои интересы, чем с помощью выборов, голосований, как она теперь это знает и сразу делает. Разгромили Югославию, быстренько провели там выборы. Уничтожили государство иракское, буржуазное, с помощью насилия, с помощью осуществления фашизма на экспорт. Провели там выборы. В Ливии уничтожили то государство, которое там было, насилием, открытым террористическим насилием. Уничтожили. Выборы провели. Вот там уже выборы прошли, там есть руководство, все хорошо. Обязательно нужны выборы, чтобы как бы скрыть следы этого прямого насильственного уничтожения законно, по буржуазным законной выборной власти. То же самое хотят сделать в Сирии, но вот мешает в данном случае позиция России, Китая, Индии, которые, так сказать, ориентируются в данном случае на Россию. И один раз ожегшись, Россия вряд ли теперь пропустит резолюцию о том самом закрытом небе, которое оказалось открытым небом для всех самолетов империалистических держав, которые просто гонялись за отдельными гражданами и уничтожали их с воздуха.
Это был геноцид ливийского народа. И сейчас мы прекрасно знаем, кто там собирается под лозунгом повстанцев и ведет военные действия в Сирии против законно избранного правительства. Какое правительство в Сирии? Коммунистическое, социалистическое, буржуазное? Буржуазное, конечно. Поэтому вот когда свергаются, когда не идет захват, как в обычной войне. В обычной войне захватывается территория, присоединяется земля. Это война между государствами. А когда совершается операция сломать существующее буржуазное государство в другой стране и оттуда как бы убраться, и оставив там своих сателлитов, это уже фашизм на экспорт. Внутри нету фашизма в Америке, правильно? И в Англии нет, и в Италии нет, и во Франции нет. Но на международной арене они действуют как фашисты, то есть они уничтожают законно избранные правительства, ломают буржуазные же государства, буржуазные. Ну и на этом фоне, естественно, трудно очень уговорить, скажем, Корейскую Народно-Демократическую Республику, чтобы она отказалась от тех форм защиты, которые у нее есть. Дескать, давайте вы там уберите свои ракеты, уберите свои ядерные заряды, и дальше мы сделаем с вами то, что сделали с Ливией, с Ираком. Ну там не наивные же люди в КНДР. Они прекрасно понимают, что мирный договор, если тут надо о чем-то еще говорить и вроде бы что-то нарушать, то по отношению к КНДР ничего не надо нарушать. 17 государств находятся в состоянии войны под руководством Соединенных Штатов Америки с Корейской Народно-Демократической Республикой. А раз они находятся в состоянии войны, и, так сказать, перемирие закончилось, то это может быть в любой момент эта страна уничтожена. Как только она поймается на эти разговоры о том, что давайте, так сказать, сделаем безъядерную зону, давайте не создавайте вы баллистические ракеты, ведите себя хорошо, и что? И с вами сделают то, что сделали с Ливией, с Ираком, с Югославией. Где Югославия? Это большая была страна. Ничего, есть Черногория теперь, Сербия, Косово, самые разные есть. То же самое хотели сделать и с Россией, и хотят сделать с Россией, но это все по порядку. Вот если удастся сделать с Сирией, там Иран, а тогда дальше можно уже двигаться и в направлении России. Такие планы американские политические деятели давно уже озвучили, и прямо Маккейн заявлял, что мы стоим около твоих дверей, Владимир Владимирович Путин, выходи. Ну и похоже, что руководство нашей страны, то есть представители класса буржуазии, поняли, что здесь идет речь не о борьбе ни с рабочими, ни с крестьянами, а о борьбе, так сказать, с законно избранными правительствами другой страны. То есть на международной арене Соединенные Штаты Америки и их сателлиты ведут себя как фашисты, отбрасывая все нормы международного права, игнорируя их полностью. Ну вот. Это, так сказать, мы с вами сделали такой экскурс в проблему осуществления государственной власти правящим классом. Но мы не затронули, скажем, внутреннюю политику. Вот правящий класс заинтересован в том, чтобы была промышленность отечественная, чтобы было сельскохозяйственное производство. Заинтересован, потому что потеря независимости государства, она приведет к тому, что класс буржуазии данной страны попадет в зависимость от других держав. И поэтому с позиции буржуазного класса необходимо создавать крупное производство, поддерживать его, оборонное производство развивать и так далее. И надо сказать, что вообще, если говорить о том, в чем состоит историческая миссия капитализма, то вот Маркс по этому поводу сказал все так, что историческая миссия капитализма состоит в развитии производительных сил. Поэтому, если правящий класс, капиталистический, буржуазный, вместо развития производительных сил разрушает фабрики и заводы, допускает деградацию сельского хозяйства и других отраслей, не выполняет своей исторической миссии, а классовая борьба против него со стороны рабочего класса состоит в том, чтобы не допускать уклонения
правящего буржуазного класса от выполнения этой исторической миссии. Буржуазия забирает прибавочную стоимость, она норовит не использовать эту прибавочную стоимость на то, чтобы обеспечить накопление, развивать производство, а пытается все использовать для решения своих личных проблем. Недвижимость за границей, кутежи, яхты с подводными лодками, как у Абрамовича и так далее. На фоне очень низкого уровня доходов трудящихся. Если мы будем сравнивать различные виды и типы капитализмов, которые сейчас есть, то они очень сильно отличаются. Одно дело капитализм на огненной земле, другое дело капитализм в Европе, третье в Соединенных Штатах Америки, четвертое в России. Если мы возьмем такой коэффициент, который называется децильным, это коэффициент, который получается путем деления доходов, которые получают 10% самых богатых людей, на доходы, которые получают 10% самых бедных. Это вот децильный коэффициент. И этот коэффициент в странах Скандинавии 3,5. Вот вы заедете в Финляндию, переедете границу, там у нас из Светогорска выметру, и увидите там не дворцы в виде дач, а такие вот, ну, дома вот примерно такого типа, как сарай. И сделаны там маленькие заборчики, довольно скромные. А если вы пойдете, например, в курорт, например, погуляете там, вы увидите там такие стоят дворцы, которые без воровства и жульничества невозможно получить. И без безмерной эксплуатации другого класса. 3,5 в Скандинавии. Если вы возьмете Европу, децильный коэффициент 5,7. Если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, 9 децильный коэффициент. Больше разрыв. И вот вы обращаетесь к России, тут у нас 32. Есть такой Роберт Нигматуллин, директор Института океанологии Академии наук. Член президиума Российской академии наук, он у нас 2 года назад выступал на днях петербургской философии и говорит, я, конечно, не экономист, я, конечно, занимаюсь экономическими проблемами, как океанолог, но я, конечно, не экономист и не философ. Но я хочу сказать, что если мы эту проблему такого дикого неравенства не решим, мы ничего не решим в России. Ничего невозможно сделать, когда такое неравенство есть. Если есть такое неравенство, оно порождает бандитизм, оно порождает и беспризорность, оно порождает все те негативные явления, которые просто бьют сегодня в глаза. И говорит, первое, что нужно сделать вот у верхней части, через налоги часть забрать и отправить в нижнюю, и у вас будет 7-кратное превышение доходов самых богатых над самыми бедными. 7-кратное. С такой же, как в Европе, ну, по максимуму, как в Европе, но меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А если вы оставляете такое положение, ничего у вас не получится, вы будете находиться в вечном кризисе. Ни в одной стране не додумался правящий класс до того, до чего додумался он в России с подачи Кудрина. Что, дескать, давайте сделаем плоскую систему налогообложения. Дескать, вот давайте сделаем, как во всех цивилизованных странах, хотя у нас тоже цивилизованные, во всех буржуазных странах современных, везде прогрессивная система налогообложения. Вы больше получаете, больше процент платите налогу. Скажем, если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, то там самые богатые платят там 38%. Простите, 33%. В СССР налог на высокие доходы был 38%. Если вы возьмете Англию, примерно 50%, Австралию 50%, Италию. Если вы возьмете Францию, 56,8%. И вот нынешний президент пытался провести закон о том, чтобы
платили с высоких доходов не 56,8%, а 75% доходов. И некоторые думали, что это он заботится о трудящихся. Ну, конечно, не о трудящихся заботится. Он последовательный представитель, выразитель интересов господствующего во Франции буржуазного класса. Потому что что значит получить налоги с высоких доходов, более высокие? Это значит концентрировать в руках государства значительные финансовые ресурсы. А что такое государство буржуазное? Мы с вами это разбирали. Это государство – это орган господствующего класса. То есть буржуазия в общак собирает значительные финансовые ресурсы. И кто из него потом получает, из этого общака, в первую очередь? Мелкий буржуа или крупный капитал? Вот те, кто больше всего туда сдавали, они прежде всего и получают из него. Потому что когда кому даются заказы? Вот мы начнем заказы выдавать, и вы сдавали 75%, вы получите крупный заказ. И опять будете получать высокие доходы. А те, кто имел малые доходы, они не будут туда сдавать. И никто им заказы не собирается давать. Поэтому в итоге такой вот операции, которая проводится многократно, так сказать, как дыхание. Вдохнул, выдохнул, вдохнул, получил деньги, потом раздал опять. Снова в виде заказов. Потом на этих заказах они обогатились. Опять сдали в общую казну 75%. Потом опять получили заказы. И быстро-быстро идет накопление капитала у крупных капиталистов. Поэтому эта мера, которую предлагает Улонд, она прежде всего выгодна крупному капиталу. Но крупный капитал не сумел ее провести. Так сказать, публика более мелкая, мелкие капиталисты, маленькие капиталисты и мелкие буржуа ее заблокировали. А у нас? А у нас плоская система налогообложения. У нас 13%. Если у бабушки пенсия, простите, зарплата, с пенсии у нас не берут налог подоходный. Если у нее доход от какого-то труда у уборщицы, 13%. А если миллиард получили, тоже 13%. Со всех 13%. И больше ни у кого этого нет. И это временно у нас установлено. Те, кто делали, говорят, ну мы временно пока установим. И все попытки, несколько попыток было в Думе поменять систему налогообложения, пока не прошли. Пока не прошли. Ну давайте теперь эту же самую проблему рассмотрим с другой стороны, со стороны класса оппозиционного. Со стороны оппозиционного класса проблема политической борьбы и политики является более сложной. Если для правящего класса самое тяжелое – это завоевать государственную власть, это решенная проблема, то для оппозиционного класса вопрос завоевания власти главный, а вопрос удержания и осуществления государственной власти – это, так сказать, вопрос будущего, гипотетический, как бы перспективный. Поэтому он, конечно, должен думать, как удержать, он должен думать, как осуществлять. Ну и каждый серьезный политик, то есть тот, кто выражает интересы класса, который стремится к власти, конечно, эти вопросы должен поставить. Например, вы можете с такой точки зрения рассмотреть работу Ленина «Государство и революция». Он ее писал в разливе. Никакой еще революции не было. Он писал о том, какая должна быть государственность после того, когда рабочий класс возьмет власть. Вот как должны, что должны получать чиновники? Там говорится о том, что чиновники должны получать жалование, а не зарплату. Почему жалование? А сколько народ пожалует, столько и должны получать. А не столько, сколько они с народа возьмут сегодня. А жалования должны они получать, чтобы не разрастался бюрократизм и карьеризм, не выше заработной платы рабочего, средней. Скажем, при Ленине он и получал 500 рублей. И однажды попытались там ретивые и подхалимы сделать ему 800. Он сказал, нет, 500. 500 – порт максимум. И эта система очень сильно действовала. Если кто-то получает, директор железной дороги получал 1000 рублей,
а главный инженер 800 рублей, директор железной дороги, член партии, а тот, кто является его заместителем, главный инженер, не член партии, тут главный инженер получал 800, а директор дороги получал 1500 в партийную кассу, итого на руки 500. И, конечно, карьеризма такого, какой мы сейчас наблюдаем, не было. И даже не было такого карьеризма, который мы наблюдали в более позднее время существования социализма в России. Это очень сильная мера была. В такой же мере, очень важно прибегать к всеобщему участию в управлении. Ленин говорил, что для того, чтобы победить бюрократизм, надо, чтобы все на время становились бюрократами, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Вот всеобщее участие в управлении нужно для того, чтобы государственный аппарат не отрывался от народа, и чтобы дело управления не стало монополией. Если только я умею управлять, то вы меня не сможете никогда победить. Если вы никогда ничем не управляли и никаких навыков не имеете, я вам всегда могу объяснить, что управлять должны профессионалы. Вы не профессионал, я должен управлять. Если вы хотите это управлять, вы тоже не профессионал. Вы не должны, я должен управлять. И так далее. То есть вот эта вот монополизация управленческого труда, тоже, точно так же, как монополизация там, труда интеллигентского вообще, а это, так сказать, создание некоторых привилегий губит государство рабочего класса. Поэтому очень важно, что такие серьезные люди, как Ленин, которые думали не о том, как самим прийти к власти, а некоторые деятели, в том числе публикующиеся в газете «Советская Россия», «Правда», например, Логинов написал книгу «Неизвестный Ленин». И там, значит, он описывает, что вот Ленин стремился к власти, изображает его карьеристом. Ну, видимо, на свой манер. Он сам, наверное, был карьерист, этот Логинов. Не случайно он с Шатровым, другим извратителем ленинизма и подделкой под троцкизмом, был соавтором по целому ряду художественных или художественно-политических произведений. И вот он пишет там, что Ленин стремился к власти. Ленин стремился к власти своего класса, того класса, которому он служил. Ленин служил, как известно, рабочему классу, и вся его, так сказать, деятельность об этом свидетельствует. Ну вот, так, серьезные представители того класса, который является оппозиционным в буржуазном обществе, думали о том, как они будут удерживать власть. Помните, удержат ли большевики государственную власть? Так прямо и статья называется у Ленина в 17-м году. Удержат ли большевики государственную власть? А люди несерьезные, и сейчас их наблюдается, я бы сказал, в политической тусовке большинство. Они говорят: давайте свалим этот режим, а там видно будет. А там будет видно, что те, кто свалили, представляют еще худший режим. Что эти хоть не так, можно сказать, часто бегали в буфет за твердой колбасой, а от этих не будет отбоя. Поэтому такая вот широко распространенная идея, давайте вот навалимся на этот режим и его сбросим, которую проводили белоленточники, активно проводят, она, так сказать, есть игра на дурных чувствах масс, не ставит вопрос, а какая власть будет, а в чем ее созидательная задача, а для чего это делается, а какая будет цель, и что это даст стране, что это даст трудящимся, что это даст народу. Нет, главное, давайте, говорит, свалим, а там видно будет. Да мы уже видели, уже сваливали. Вот был Ельцин, так сказать, разрушал производство, был Горбачев, изменник Родины. Мы уже это видели все. У Ленина есть специальная работа в 40-м томе полного собрания сочинений. С нее начинается 40-й том. «Выборы, учредительное собрание, диктатура пролетариата». Она посвящена вопросу уже как бы апостериори, как большевики решали вопрос о завоевании и удержании государственной власти. Значит, предлагалось большевикам в соответствии с буржуазно-демократическими традициями сначала получить большинство на выборах, и потом, получив это большинство на выборах, пожалуйста, осуществляйте власть народную. Но Ленин объясняет, что выборы придуманы буржуазным классом для того, чтобы удерживать свое господство. Поэтому сама идея, что вы через выборы противоположный класс может получить власть, смешна. Потому что все определители воли находятся, все рычаги
влияние на умы находится в руках правящего класса. Ну и тогда это было, а сейчас тем более. Я сейчас телевидение, интернет, издательство, газеты. Видимо-невидимо. Всяких изданий, радио. Плюс кабельное телевидение, масса каналов. Поэтому в этих условиях рассчитывать, что оппозиционный класс, который не имеет и не может иметь, не имея государственной власти, таких финансовых ресурсов, что он может победить на выборах, это просто смешно. Поэтому Ленин говорит, конечно, для того, чтобы удержать власть, нужно иметь на своей стороне большинство народа. Но нам предлагают это большинство народа получить на выборах, а мы это большинство народа получили с помощью государственной власти. Мы взяли государственную власть, установили. И с помощью этой государственной власти объявили мир, дали землю крестьянам, фабрики, заводам, улучшили положение народа, сократили рабочий день, ввели рабочий контроль. И за нами стало большинство народа. То есть вот то, о чем говорили, что, дескать, нужно большинство народа для удержания власти, это непреложное требование. Для удержания власти нужно большинство народа. Но это большинство народа вот за большевиками складывалось в условиях гражданской войны. Потому что самым многочисленным классом в царской России, как известно было, и в России к буржуазной, был класс крестьянский. Это мелкие буржуа. В чью сторону пойдет мелкий буржуа? И в ту сторону, которую отставит рабочий класс, или в ту сторону, которую отставит буржуазия, это было не очень очевидно, учитывая противоречивую природу мелкого буржуа. Мелкий буржуа, он и трудящийся, поэтому он может быть союзником рабочего класса. И в то же время он собственник, он стремится стать настоящим хозяином, он может стать союзником буржуазии. На практике это привело к тому, что часть крестьянства пошла за рабочим классом, часть крестьянства пошла за буржуазией. И если мы возьмем гражданскую войну, то в гражданскую войну на стороне красных, конечно, был рабочий класс прежде всего, и основную массу Красной Армии составляли крестьяне. Если вы возьмете теперь Белую Армию, конечно, представители прежних плататорских классов, помещиков и капиталистов составляли там руководящий состав, но основную массу солдат тоже составляли крестьяне. И во время гражданской войны крестьянин решал, с кем ему быть. И Деникин уже было дошел до Москвы, но по дороге, идя к Москве, он вешал крестьян за то, что они забирали у помещиков землю. Отбирал снова землю, насаждал старые порядки. И чем ближе он подходил к Москве, и чем шире он эту практику проводил, тем меньшей поддержкой пользовался Деникин. И в итоге этой своей политической деятельности Деникин убедил крестьянина в том, что большевики нам не нравятся, эта власть нам не нравится, мы ее не любим, но мы пойдем против Деникина, потому что он отбирает то, что нам дали большевики. Землю, прежде всего. И крестьянин выбросил белогвардейцев с территории России. Выбросил. Это, вот, можно сказать, образец политики, которую проводили большевики, точно так же, как и в национальном вопросе, образцовая политика в национальном вопросе. Признание права нации на самоопределение вплоть до отделения – это не только провозглашение, но и осуществление его, если складывается так обстоятельства, что какая-то нация требует отделения. Финляндии предоставили? Предоставили. Вчера вот на конференции выступал Айма Миккинен, директор музея Ленина в Тампере, и рассказывал, что памятников Ленину полно в Финляндии. Музеи Ленина работают во многих местах. Колоссальное уважение к Ленину, который является вождем, как известно, не буржуазного государства, а государства рабочего класса. В связи с тем, что большевики проводили такую национальную политику. То есть их разговор про то, что вы свободны, большевики никогда не призывали к отделению. Это никак не вяжется с программой большевиков. Они призывали к самому тесному соединению всех трудящихся.
не разделению национальными перегородками, а соединению трудящих всех наций. Сам лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» не означает, что игнорируются все нации, а наоборот, что нации должны соединяться. Но они могут соединяться, только будучи свободными. А если я так с вами буду соединяться, что я вас беру за шиворот и не считаюсь с вашей свободой, с вашим правом на отделение, то тогда это, так сказать, не приведет к успеху. И это позволило большевикам за короткий период распавшуюся Россию, которая распалась на кучу всяких государств, из-за Кавказской Федерации была отдельно Белоруссия, отдельно Украина, Дальневосточная Республика там буферная, собрать почти в том составе, какой был представитель. Что отпало, так сказать, от России после того, как она стала советской? Польша, Финляндия и прибалтийские государства, в которых перевес буржуазии был более велик, и буржуазии удалось, так сказать, навязать трудящимся Литвы, Латвии, Эстонии буржуазный строй. И вот, так сказать, но право на отделение было признано, и на этом держалась прочность Советского Союза. Прочность Советского Союза была в том, что никого силой не держали. Точно так же, как прочность семьи строится не на том, как вот был церковный брак, и нельзя было развестись. Сейчас, если можно говорить о прочности семьи, которая строится на любви, это она связана с тем, что признается право каждого супруга на расторжение брака. Только тогда, когда такое право есть, но это вовсе не призыв к тому, чтобы расторгать брак. Правильно? Это надо различать. Это отрицательное право. То есть право есть, но вовсе не значит, что надо этот брак расторгать. И право на самоопределение – это вовсе не лозунг на отделение. Это лозунг, что соединение единое может быть только добровольным. И вот надо сказать, что вот грязную политику проводил Горбачев, когда он и Яковлев, который устроил целый референдум. Грязную, обманную, потому что до сих пор люди запутанные, которые считают себя политиками, которые считают себя даже коммунистами, представителями рабочего класса, все повторяют, что вот 17 марта 1991 года народ проголосовал за Союз. А на референдум был поставлен такой вопрос, кто за обновленный Союз Советских Социалистических, как Союз суверенных государств. Суверенных. Вот если супруги суверенны, все, нет семьи. Если государства суверенные, нету тогда Советского Союза. Суверенные – это значит совершенно самостоятельные. Вот у нас СНГ – Союз независимых государств. Суверенные и независимые – это одно и то же. Это было предложение Горбачева – ССГ. Ну, вот сделал Ельцин – СНГ. А разницы никакой. И вот люди проголосовали за то, чтобы Союз Советских Социалистических Республик, в котором государства соединились свободно. Свободными были. Союз нерушимый, республик свободных, а не суверенных. Чтобы они стали вот союзом суверенных, то есть конфедерацией. Что такое конфедерация, в отличие от федерации? Это означает, что никаких общих решений. Вот мы как бы с вами все вот здесь сидим, воедино. Видите, у нас такой мощный союз, вот целых полтора часа сидим, а потом каждый пойдет своей дорогой по окончании лекции, правильно? И никаких общих решений, куда пойти, у нас быть не может в том союзе, который у нас с вами есть. Ну, кроме общего решения, что мы с вами встретимся на экзамене. А пока идите кто куда хочет. Правильно? И вот до сих пор говорят, вот союз, народ политический неграмотный, не читающий, за что он голосует, проголосовал за превращение союза свободных республик в союз суверенных. То есть уничтожение Советского Союза. И некоторые празднуют это 17 марта. Мне как-то прислал товарищ из Беларуси. Я говорю, что вы, мы вот листовку сделали, мы празднуем. Я говорю, что вы празднуете? Вы сначала почитайте, какой там вопрос был на референдуме, потом будете праздновать. Политик должен быть очень внимательным и все додумывать до конца. Если он представляет класс. Если он сам себя представляет, то он, конечно, может говорить все, что угодно, болтать все, что угодно, обманывать, хитрить, если он хочет куда-то пролезть, как, скажем, очень многие попадают в Думу для чего? Бандиты, преступники, которые получили большие деньги, им нужно получить парламентскую неприкосновенность.
И потом довольно трудно прокуратуре получить согласие Думы на то, чтобы она, можно было привлечь к уголовной ответственности депутата. Вот в чем дело. Так вот, ставя вопрос о том, как завоевать власть вот в этой работе, выборы в учредительное собрание, диктатуру пролетариата, Ленин говорит, что для этого надо опереться на ту часть общества, которая готова к установлению этой власти. Вот в советах, во-первых, были созданы советы при капитализме. Советы. Не так, как сейчас рассказывает КПРФ, что, дескать, вот когда мы придем к власти через выборы, мы создадим совет. Это советы верхушечные. А советы создавались и в Иванове самим рабочим, и в 17 году. Уже не в 5-м, а в 17 году снова возникли как органы, которые в результате забастовок появляются. Это органы, которые формируются по фабрикам и заводам из представителей трудовых коллективов. И это те органы, которые могут остановить производство и направить хозяйственную, а следовательно и политическую жизнь. И вот в Москве и в Ленинграде войска к Северному фронту после Корниловского мятежа, в подавлении которого активную роль играли большевики, после подавления Корниловского мятежа эти советы большевизировались. Почему они большевизировались? Потому что в советах легко очень отозвать депутатов. Из парламента невозможно отозвать, туда можно только избрать. А в совет вы послали другого человека от завода, от своего коллектива, и вот и все. Если раньше был там меньшевик, или эсер, или кадет, то теперь был там большевик. Большевистские советы Москвы, Петрограда и Северного фронта, писал Ленин, это достаточно было, чтобы взять власть в городах. А деревня, она шла за городом, буржуазная, и она и дальше пойдет за городом. А деревня пойдет за городом, когда будет эта власть. И вот с помощью государственной власти, которую получили большевики, как представители рабочего класса, как его сознательный авангард, они осуществили уже привлечение на свою сторону большинства народа. Все данные приводятся о голосованиях, потому что данные по выборам в учредительные собрания однозначные. Большевики получили меньшинство по сравнению с кадетами и эсерами. Меньшинство. А в советах, вот в этих самых главных, они получили большинство. А в итоге своей деятельности как государственной власти они привлекли на свою сторону с помощью государственной власти. И Ленин говорит, что не надо смотреть на государственную власть как на равнодействующих просто разных воль, и не надо на нее смотреть просто как на машину голосования. Это государственная власть, это орудие для того, чтобы осуществлять интересы своего класса. Вот с этой точки зрения мы можем констатировать, что, конечно, это позиция прогрессивного класса, и политика этого прогрессивного класса не была грязной политикой, была чистой политикой. Чистой, потому что было совершенно гласно, ясно и понятно, для кого берется эта власть. Для класса. И что этот класс самый большой, что это класс трудящихся. И рабочий класс продемонстрировал немедленно улучшение жизни народа, сразу реализовал эсеровский проект разделение по едокам земли. Хотя это был не большевистский проект. Большевистский проект был ликвидация отрезков. То есть вот вернуть отрезки, то, что помещики отрезали в 1861 году, отняли у крестьян. И выгон, и, так сказать, пахотную землю, и все, что необходимо для нормального ведения хозяйства. Вот так обстояло дело в этом плане. Надо сказать, что по вопросу политики, раз речь пошла о политике, но больше всего имеется всяких разных спекуляций, потому что в политике действительно очень многие прибегают к ухищрениям для того, чтобы реакционные идеи и реакционные действия выдать за прогрессивные, за положительные, за светлые и так далее. Поэтому вот Ленин писал, что кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. В другом случае он пишет так, что кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. И других вариантов нет. Потому что политика – это не область веры. Политика – это сфера классовой борьбы. Вот в частности, в ельцинские времена у нас в России проводилась такая идея, что осуществляется деидеологизация, департизация, десоветизация, деполитизация.
Может ли быть деполитизация, когда имеется государственная власть, и когда эта государственная власть в руках правящего класса? Вот то, что происходило, можно было назвать так – переполитизация. Вот переполитизация началась в 1961 году, когда рабочий класс утратил свою диктатуру, в 1961 году, и закончилась в 1991 году, через 30 лет, когда достаточно прочно утвердилась власть буржуазного класса. Это переполитизация. И вот этот буржуазный класс стал рассказывать сказки в лице господина Ельцина, что, дескать, вот у нас произошла деполитизация, нет никакой политики. Я на одной был конференции в училище связи, и вот я раздаю газету «Народная правда». Все охотно берут, а один говорит, нет, я вне политики. Я говорю, ну вы тут смешной товарищ. Ну армия, вы же военный. Армия – это не просто, не только не вне политики, это самый главный, так сказать, инструмент осуществления политики. Политика состоит в осуществлении государственной власти. А кто осуществляет государственную власть? Армия прежде всего. На этом базируется. Сила государства на чем базируется? На армии. На чем вы говорите? Это смешно. Ну народ сразу расхватал. Люди всерьез думали, что идет деполитизация. Сейчас уже поняли. Это время прошло. Сейчас уже поняли, что никакой деполитизации быть не может, что надо вести политику, участвовать в политике. Кто понял? Пока понял только буржуазный класс. Вот буржуазный класс и мелкая буржуазия теперь вовсю политизируются. Потребовали, чтобы было много партий, чтобы легче было партии создавать и так далее. И, так сказать, господствующий класс пошел им навстречу и сказал, ну давайте создавайте, сейчас вы увидите, что маленькие партии ничего не могут делать. Вы все равно к этому придете, что в политике действуют крупные величины, миллионы. Ленин говорил, что миллионов начинается политика. Нынешний буржуазный класс ту же самую мысль втолковывает, что если вот будут у вас маленькие эти партии, и не будут за ними миллионы, ну ничего вы не решите. Сколько хотите, делайте, пожалуйста, вот 500 человек и будьте здоровы, партия. Это только кажется, что 500. На самом деле, тот, кто знает, каков механизм регистрации политических партий, он остался таким, как он и был. То есть, вот вы 500 человек наберете, да? А вы набрали еще более половины в регионах, везде, так сказать, организации надо создать. И зарегистрировать те организации после регистрации партии в целом, вот надо в течение года зарегистрировать еще не менее, чем в 50 регионах. Если вам не удалось создать в регионах отделения партии и не зарегистрировали вы их в соответствующих органах, то ваша регистрация вашей партии отменяется. Она как бы условная и предварительная. Вот и все. Поэтому кто опять-таки может зарегистрировать? У кого деньги есть? Ездить по регионам, проводить съезды. Я вот в одном таком съезде участвовал и знаю, что на него было потрачено в съезде партии труда порядка 60 тысяч долларов. Это надо людей привезти из регионов, билеты им оплатить, надо их поместить в гостиницах, надо снять зал на несколько дней и так далее для проведения съезда. Поэтому эти все разговоры, что вот вы возьмете и запросто сделаете политическую партию, это разговоры для наивных людей или для маленьких детей, ребячий разговор. На самом деле политика – дело серьезное. Если это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти, то так надо на это и смотреть, как на борьбу, и не думать, что вам легко удастся сделать то, что вы наметили. Да вам кажется, что это вот раз-два и получится. Они говорят, ой, что вы там занимаетесь какими-то мелкими экономическими вопросами, давайте брать власть. Это пустые люди, которые болтают про власть, не понимают, что это очень серьезное дело, и что, во-первых, власть сможет взять только класс. А вот те люди, которые хотят прибежать во власть и там, так сказать, расположиться около буфетов, таких очень много. Весьма много. И еще один момент. Вот говорят, мы не в политике не этим занимаемся, не вот этим, мы вне политики. Можно быть вне политики? Это все равно, что вот ходить по баррикаде. Тогда, когда идет стрельба с двух сторон. Это самая плохая тропинка. Как говорится, тот, кто не встал ни на ту, ни на эту сторону, он будет под огнем обоих сторон. Ленин писал так, если кто в такое сложное время
не встал ни на ту, ни на другую сторону, его изобьют и убьют. Поэтому безопасно политике находиться или в одной части, или в другой части, или на одной стороне быть, или на другой. А вот те, кто оказывается на баррикаде, они жертвы, так сказать, политики, причем той и другой стороны. Вот это тоже надо иметь в виду. А что значит человек вне политики? Человек может, конечно, закрыть глаза, уши и сделать вид, что нет этой классовой борьбы за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. Это вот то, что мы вначале с вами разбирали и говорили, что это солипсизм. Вот я могу подумать, что вы мне только во сне приснились, что вас нету, а просто мне вот представляется. Вот сидят студенты, слушают внимательно и так далее. А это на самом деле это все у меня в голове. Но это до тех пор, пока никто из вас не подходит и, так сказать, не совершает какие-то действия, которые меня приводят в чувство. То есть от того, что я закрою глаза и сделаю вид, что нет этой классовой борьбы, нет этой борьбы противоположности, от этого она никуда не девается, она прекрасно остается. То есть человек, который говорит, я вне политики, он щепка, который политические волны отбрасывает на обочину. Он жертва того, что будет происходить в обществе. Жертва. Причем жертва, не сказать, что невинная, потому что человек мог бы и понять, и осознать, и научиться, и занять определенную позицию. И все знают, что, например, люди без дисциплины, которые в армии тоже, где они не отмобилизованы, они теряют гораздо больше людей, чем люди, которые отмобилизованы, прекрасно знают, за что они бьются, против чего они бьются и так далее. Вот поэтому даже вопрос не в том, какую позицию займет, но ему лучше выбрать себе тот политический лагерь, в котором он сражается. Вот такие важные очень положения необходимо иметь в виду, которые исходят из общих положений о классах, о классовой борьбе и о политике, и которые очень актуальны в наше непростое время. Спасибо за внимание. Спасибо.